Последние стихи, знакомые каждому, прозвучали на гала-концерте фестиваля-конкурса «Никто не забыт». Фестиваль посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 500 участников. Победители стали лауреатами в номинациях «Вокал» и «Художественное слово». Исполнение стихов оценивала поэтесса Людмила Хаустова. Она обращала внимание на выразительность чтения, интонации и знания текста. И интересно, что и стихи были многие совершенно неизвестные, может быть, публике. А вот некоторые повторялись, а некоторые были совершенно новые, не широко известные. И читали о них очень выразительно, видимо, очень глубоко прониклись происходящим. Просто нужно отдать им должное, молодцы. Фестиваль проходит в 12-й раз. За эти годы в нем участвовали более 8 тысяч человек. Самому младшему было 3 года, а старшему – 90 лет. Наш фестиваль дает возможность людям разных возрастов быть объединенным общей темой, общей целью, возможностью выступить на большой площадке и выразить свои эмоции и чувства, благодарность поколению победителей. На гала-концерте выступили коллективы победители. В финале им вручили дипломы и подарки. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.